32 полуфинала. Это, в общем-то, такой вот большой национальный проект, скажем, который охватывает всю молодежь от Владивостока до Прибалтики. И вот этот приз, он очень важен. И это первое участие у молодых. Вы представляете, они делают первые шаги. И участвовать вместе на этой площадке, где выступают уже профессионалы, состоявшиеся дизайнеры. Поэтому для них это очень волнительно и важно. Я правильно вас услышала, что это молодые начинающие дизайнеры, да, которые хотят себя показать и участвуют именно в этом конкурсе? Абсолютно верно. И вот в этом году выбрано было 6 участников разной географии, из разных городов, разные по стилю. Из Башкирии приехали, Уфа, из Омска, где очень сильная школа дизайна, из Минска коллекция дизайнеры. Самара, Брянск, Кострома. В общем, будет праздник красоты. Вы увидите и порадуетесь. Спасибо вам огромное. Вам всего доброго. Вы отлично выглядите, как и всегда. Благодарю вас за интервью. Спасибо. Спасибо.